Приветствую всех на канале Пасьянс Шоу. Сегодня у меня снова карточный ужас Аркхэма. Будем играть в сценарий, который называется «Прочти или умри». Это отдельно стоящие сценарии, сценарии испытания или ПНП-сценарий, который компания Hobby World выложила, перевела очень оперативно и выложила на своем сайте. И вот в разделе «Правила игры» можно скачать правила ПНП-сценария «Прочти или умри». И можно скачать карты ПНП сценария «Прочти или умри». Эти карты я распечатал. Слава богу, у меня появился цветной принтер, я могу это делать. И вот здесь есть замысел, есть сцена, есть карта памятка, есть некоторые другие карты, о которых я обязательно расскажу. Есть несколько карт контактов. Для игры в эту игру вам понадобится базовая коробка карточного ужаса Аркхэма и дополнение ужас Дамвича. И вот это все карты контактов, которые надо было собрать для этого сценария. Да, здесь карт контактов нету, да, это я вам наврал. Карт контактов есть только одна. По сути дела, вот это вызывающие к мертвым. Ну, то есть это я просто распечатал на принтере и вставил вместе с протекторами, вставил вместе с другими картами, вставил в протекторы. Вот. Получилась вполне себе обычная карточная игра. Спасибо Hobby World за то, что радует нас в том числе и такими вещами. Это сценарий, который вышел в 2020 году. Да? То есть получается, что издание карточного ужаса Аркхэма у нас остается там на пару лет. А вот этот сценарий вышел, получается, одновременно со всем миром. В мире он появился там в мае, по-моему, в середине мая, а в середине июня уже можно было вот скачать на Hobby World этот сценарий и распечатать. Давайте я, наверное, начну сейчас с подготовки к этой игре, расскажу вам, что там пишут, а потом уже кое-какие отступления добавлю к этому, потому что сегодня я хочу немножко вам рассказать про колоду, которую я создал, потому что этот сценарий мне показался таким, очень колодостроенным, да, колодостроительным. Итак, «Прочти или умри», сценарий испытания, особый сценарий испытания, предназначенный для прохождения с участием Daisy Walker, да, вот здесь есть такое особенное отличие, это то, что нам нужен обязательно вот этот вот сыщик, да, библиотекарь Daisy Walker, причем у нас есть, ну, давайте я об этом почитаю. Вам понадобится базовый набор карточного Аркхэма и наследие Дамвича. Альтернативные сыщики – это измененные варианты существующих сыщиков из карточного ужаса Аркхэма, предназначенные для самостоятельной печати. Эти сыщики, а также их продвинутые персональные карты могут участвовать в любых сценариях и кампаниях. То есть вот эту Daisy Walker мы можем теперь использовать в любых сценариях и кампаниях. У нее есть как основная ее сторона, так и вот другая сторона, там тоже есть свои особенности. Составляя колоду Daisy Walker, вы можете выбрать между исходной и альтернативной версиями как лицевой, так и оборотной стороны ее карты сыщика. То есть вот официальная карта Daisy Walker и есть вот ее альтернативный вариант. И вы можете играть как угодно, можете только с ней играть. Можете играть с ней, но играть с оборотной стороной вот этой Daisy Walker. Ну или наоборот. Я и буду играть с вот этой вот альтернативной Daisy Walker. То есть я буду использовать эту сторону ее основную и эту сторону оборотную тоже как ту, с которой я буду играть. Здесь у нас Daisy Walker может совершить одно дополнительное действие, которое можно использовать только свойства книги. А здесь у нас +1 к воле и +1 к рассудку за каждую актив книгу под контролем Daisy Walker. Плюс еще она может разыгрывать по очереди свойства всех книг, которые у нее есть, игнорируя цену этих книг. Но мы об этом уже поговорим потом. Здесь отличаются ее статус, да, здесь воля у нее 1, здесь 3. То есть вот это Daisy Walker немножко посложнее с точки зрения именно воли. А в остальном все то же самое. Интеллект 5, сила 2, уход 3, ловкость, да. Вне зависимости от выбранной версии карты сыщика вы можете использовать продвинутые персональные карты Daisy Walker вместо обычных. Есть новая сумка Daisy, отмечена ключевым словом «продвинутая». Сейчас мы ее найдем. Сумка Daisy. Вот, это тоже карта, которую надо было распечатать. Эта сумка, в нее можно положить две дополнительные книги. И эти книги считаются быстрыми, когда вы их разыгрываете. И еще новый Некрономикон. Если вы играете одну из этих карт, вы обязаны брать другую. То есть их нельзя отдельно брать, они не идут в счет колоды. И вот этот Некрономикон, вы кладете на него 3 ужаса, и эта карта не может выйти из игры, пока на ней есть хотя бы один ужас. То есть вам придется потратить 3 действия на то, чтобы ужас с этого Некрономикона переложить на Daisy Walker, да, прочитать эту книгу, чтобы от нее избавиться. А это иногда очень важно в этом сценарии, потому что и слот руки она занимает, и действие отнимает, а здесь прямо очень сильно время поджимает в этом сценарии. Ну и вообще должен я сказать, что сценарий сложный. Сложный и очень сильно зависит от удачи, которая здесь со всех сторон лезет, и какая рука вам попадется, и как будут карты выходить, и какие контакты будут вылезать. Ну, в общем, это я уже об этом расскажу поподробнее чуть позже. Сценарий испытания. Испытание, да, этого сценария испытания, это особый сценарий, который рассказывает новый сюжет на основе уже выпущенных продуктов карточного ужаса Аркхэма. Это что-то вроде головоломки, поэтому у них есть определенные начальные требования. Итак, требования к этому сценарию таковы. Все разворачивается вокруг Daisy Walker, поэтому она должна быть включена в эту игру. То есть, если вы играете соло, то у вас выбора нет, вы играете только Daisy Walker. А если вы играете вдвоем, троем или четвером, то, соответственно, у одного из игроков за столом обязательно должна быть Daisy Walker в качестве персонажа. И в колоде Daisy Walker должно быть не менее 4 активов книг. Слабости с ключевым словом «книга» не включаются в это число. Я копался, выбрал не все, которые там были. Ну вот, выбрал 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 активов книг, да, медицинский справочник, старинная книга знаний, древние письмена 2 экземпляра, энциклопедия и книга теней. По поводу карт, которые можно включать, да, если мы возьмем карту Daisy Walker, то она может включать в себя книги уровня 0,5, то есть любая книга любого класса, да, карты искателя уровня 0,3, нейтральные карты уровня 0,5 и до 5 других карт хранителя и или мистика уровня 0. Не идут в счет размера колоды сумка Daisy, Некрономикон в переводе Джона Ди и одна случайная базовая слабость. Вот, давайте поговорим про те карты, которые я тут себе насобирал. Итак, про книжки я рассказал. Дальше, ну давайте прям буду по ходу. Взял карту, которая называется «Болеутоляющая». Для чего я это взял? Возможно, кстати, я тут немножко неправильно взял, сыграл, но не буду сейчас уже ничего переделывать, недавно только это заметил. Итак, болеутоляющий, что это такое? Это многоразовая вещь, да, там 3 запаса у нее, грубо говоря, там 3 таблетки, да, и мы можем потратить 1 запас, чтобы задействовать болеутоляющий, получить 1 ужас и вылечить 1 рану. В этом сценарии вот то, что здесь написано, оно нафиг не нужно. Я ее взял для другого, для вот этой вот карты, которая называется «Поток энергии». Да, это навык приобретенный. Я могу потратить до 3 запасов, вернее, зарядов написано. Здесь запас, а здесь заряд. Мне кажется, что именно в этом плане я тут немножко не по правилам играю. Да? Все-таки нужно было, наверное, брать карту, на которой написано заряд. Да? Но я взял карту, на которой написано запас. Не знаю, является ли это нарушением правил или нет. Напишите в комментариях, что вы по поводу этого думаете. Что эта карта делает? Потратить до 3 зарядов под вашим контролем в качестве дополнительной цены добавления этой карты к проверке. И считайте, что у потока энергии есть дополнительные символы воля и вопросительный знак за каждый заряд, потраченный таким образом. Ну то есть в моем представлении, да, я напился таблеток и получил вот этот поток энергии, как бы это плохо не звучало, да, я в итоге в лучшем случае получу аж на 6 воли, ну да, то есть воли плюс еще вопрос, то есть получается 6 воли, да, причем это дополнительные, да, 7, да, вместе с этим знаком. И это мне пригодится для финальной битвы вот с этим вот монстром, который называется «Взывающий к мертвым». Ну, о нем я чуть попозже расскажу. То есть план такой, да, приготовиться к финальной битве, набрать вот этих вот 7 воли и направить все на нашего врага. Да, план такой. Дальше, что еще есть? Ну, превозможение, это понятно. Высвободить душу. Здесь написано, что я могу сыграть с руки карту заклинания, снизив ее на 3 ее цену в ресурсах. Тоже не нужна, в общем-то, мне эта карта. Просто здесь 2 символа воли. И только ради них, да, только ради воли. Здесь надо накопить много воли, чтобы сразиться вот с этим вот финальным монстром. Лупа. Лупа мы знаем, да, это инструмент, который позволяет улучшать поиск улик, упрощать проницательность, да, то же самое, храбрость. Вот базовая слабость, которая мне попалась, когда я выбирал паранойя, сбросить все ресурсы. Еще одна храбрость, внезапная отвага. Квантовые колебания. Это карта, которая позволяет затасовать сброс в свою колоду обратно. Почему я ее взял? Потому что здесь есть дурацкая карта контактов, которая вот, при провале сбросьте верхнюю карту своей колоды за каждую единицу, которой вам не хватило. Вот еще одна. И там есть еще локации, которые заставляют вас сбрасывать карты. А здесь сбрасывать карты очень опасно. Почему? Потому что по сценарию мы должны будем накопить у себя как можно больше книг. То есть набрать вот этих вот книг, разыграть их и с помощью этих книг биться с нашим монстром. То есть мы должны в книгах найти ответ, как разобраться с этим монстром. Так вот, чтобы эти книги там, если вдруг так случится, что эти книги уйдут в сброс, и нам просто нечем будет бить этого монстра, то у нас, вероятно, выпадет вот эта вот карта спаситель, которая затасует обратно наш сброс. В общем, на самом деле гиблое дело, я думаю, но ну как вариант, да. Ну, плюс еще здесь значок, как любой символ, можно использовать. Пытливый ум, да, который хорошо позволяет проходить проверки, если в локации есть улики, а в большинстве случаев это есть в этих локациях, о которых я попозже расскажу. Эврика, да, это карта, которая при успешном прохождении испытания позволяет вам найти карты в колоде и среди 3 карт взять ту, которая вам нужна. И это нужно для того, чтобы, опять же, вот эти вот книжки. Потому что эти книжки попадают нам в руку не просто так. Вы их в локации будете искать, затасовывать свою колоду, а потом уже из колоды будете эти книжки доставать. Либо постепенно, либо вот с помощью специальных карт. Я попытался вот такие карты немножко добавить. Да? Разум сильнее плоти позволяет хоть как-то справляться там с монстрами, которые в этой колоде тоже есть. И для этой же причины я взял взрыв динамита и еще свою любимую мачете. Это, конечно, ужасно, когда тут вылезают эти монстры, они жутко мешают в условиях ограниченного количества времени, а их здесь предостаточно. Ну, про казадоев я молчу, это просто мелочь, которая мешается под ногами, но снижает нашу волю, так нужную в этом сценарии. Но здесь есть, например, вот чародей Йог-Сотот, это вообще ужас, он довольно сильный, и нужно потратить минимум 2 там хода, чтобы 2 действия, чтобы его убить. Есть кто тут еще? Етианские наблюдатели. Благо дело, что етианский наблюдатель, он по крайней мере не охотник, да, вот этот вот чародей Йог-Сотот, он еще и охотник, как ко всему прочему. От этого итянского наблюдателя вроде как ушел, ну и ладно, он там торчит у себя в локации. Миньон то же самое. Вот миньон более-менее удобоваримый соперник. В общем, врагов тут хватает тоже в колоде, поэтому вот немножко такого оружия я в колоду припас. Так, проницательность, клык Эцтли, которая, помимо того, что добавляет волю при розыгрыше свойств напасти только, да, но тем не менее, плюс есть символ воли здесь, и плюс еще, если вы напасть проходите успешно, то вы берете карту. Вот из колоды брать карту, это в этом сценарии хорошо. Так, внезапная отвага, ловкость рук, это понятно. Рюкзак. Взял рюкзак из дополнения «Забытая эпоха». После того, как рюкзак вошел в игру, найдите среди 6 верхних карт своей колоды до 3 карт вещей и прикрепите их к рюкзаку. Ну, в общем, это опять все на то, чтобы эти книжки искать. Баррикада. Ну, вот еще один метод бороться с врагами. Если они накопятся, и вот этот вот там охотник будет лезть куда не надо, да, можно забаррикадироваться теоретически и не давать ему пройти в вашу локацию. Так, еще одна ловкость рук, быстрая карта на поиск улики и еще один пытливый ум. Вот такая у меня колода. Всего должно быть 30 карт, и те карты, о которых я еще думал, да, есть еще вот такая вот карта, которая называется «Обыскать все», «События, интуиция». И у меня, в принципе, даже есть мысль такая, вот заменить вот эту карту «Высвободить душу» на «Обыскать все». Отличная карта. Сыщик находит среди 6 верхних карт своей колоды любую карту, берет ее, остальные затасовывает обратно в колоду. Вот, может быть, давайте я рискну и прямо сейчас поменяю вот эту карту на эту. Так, а это у меня карта уже тогда отходит ко всем остальным, которые я решил не брать. Я поиграл несколько раз в этот сценарий. Чаще всего проигрывал, были реальные такие иногда успешные партии, когда все складывалось хорошо. Но здесь должно сложиться хорошо, вот если, по крайней мере, вы играете соло. Как я уже сказал, игра вышла в 2020 году. Я подозреваю, что за те годы, которые вышли там дополнительные, еще какие-то дополнения, может быть, есть более мощные карты для прохождения этого сценария. Вот с тем набором карт, которые у нас есть сейчас в России на данный момент, я смог собрать вот это. Я, конечно, не самый лучший там колодостроитель, может быть, и вы найдете какие-то варианты получше. Но вот от ножей я избавился, да, в пользу там динамита, мачете и так далее. Союзников я решил не брать, потому что, да, кстати, я же не сказал, у меня есть еще высшее образование и кровавая сделка. И до меня только сейчас дошло, что кровавую сделку я брать не могу в колоду, потому что мистика уровня 0 только можно брать. А хранитель у меня, ну вот карта мачете и взрыв динамита, они уровня 0, поэтому их я могу брать. А вот от кровавой сделки придется отказаться, потому что на 3-м уровне я ее не могу добавить. Вот так, ладно. Ну да, здесь будет Джаз Маллиган, да, в качестве союзника. Плюс еще доктор Генри Армитаж будет вместе с нами. Я думаю, что нет смысла других союзников добавлять. Священные четкие штука хорошая, но как-то вот я играл, никак она у меня не вылезала, и я в итоге от нее избавился. Этот искатель не подходит, потому что уровня 5. Полевые исследования, я от них тоже отказался, потому что приходится тратить на них действия, а здесь прям очень все ограничено по времени. Нелепые заметки, ну хорошая тоже карта, можно взять 3 карты, да, если в локации есть улики. Эту я уже добавил одну такую. Постижение магии можно в себе добавлять, волю. Взять инициативу. Это тоже можно запасти на финальную битву. Да? 3 вот этих вот вопросительных знака. И если вы совершаете это действие первым действием, да, в свой ход. Ну, такая рискованная вещь. Так, уклонение, патрульный, мощный удар, сторожевой пес. И это вот все карты, которые теоретически... Ну да, и вот превозможение. Я от них избавился. Ну, потому что биться с монстрами здесь просто никогда. Все. Вот такая колода. То есть вот все наши карты. Вот наша Daisy Walker. Вот ее высшее образование. Давайте посчитаем нашу колоду, да, вот эти карты мы откладываем, это получается сумка Дейзи, Некрономикон и базовая слабость, они не идут в расчет, в счет колоды, и у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Так, еще одну карту я ничего тут не потерял. Постоянная карта в размер колоды не идет. Давайте я при возможении все-таки добавлю одну карту. Карты, которые позволяют при успешных проверках добавлять карту в руку из колоды, в этом сценарии все равно важны. Итак, вот наши 30 карт, да, вместе с книгами и нашими картами, которые не идут в счет. Теперь мы перемешаем нашу колоду. И вот наша колода. Перемешаем контакты. Давайте вернемся к нашему сценарию. Для одиночного режима нам нужно набрать вот этот набор жетонов. Я сегодня, с вашего разрешения, не буду пользоваться привычными своими жетонами и мешочком, ну, чтобы не мешать Урсуле Даунс пройти ее последнее испытание в книге сценариев «Забытая эпоха». Да? Потому что не хочу я там менять эти все жетоны. Я буду сегодня использовать приложение на мобильном телефоне, которое позволяет вытаскивать жетоны. Буду им пользоваться. То есть я сюда собрал весь комплект жетонов, который идет в сценарии. И вот эти вот все жетоны у меня в виртуальном мешочке. Буду теперь их вытаскивать из телефона сегодня. Дальше читаем ответвление в рамках кампании. Ну, здесь написано, что если вдруг вы играете в кампании, в которой принимает участие Daisy Walker, то вы можете играть этот сценарий как ответвление от той кампании и получить вот эти дополнительные очки для своей кампании. Но у меня такой кампании сейчас нет, поэтому давайте читаем, что само испытание нам говорит. Ты читала всегда, сколько себя помнишь. В детстве тебе нравились страшные истории, мрачные, но вполне безобидные. Из-за любви к жуткому и необъяснимому в школе тебя даже прозвали страшилкой. Но ты взрослела, и твой интерес ко всему ужасному рос вместе с тобой, пока не стал напоминать одержимость. Тебе уже мало было загадочных историй и выдумок. Тебе хотелось чего-то большего, чего-то настоящего. Обнаружив Некрономикон в переводе Джона Ди, ты поняла, что нашла тот самый истинный кошмар, который втайне искала. Если бы ты только могла знать, что ждет тебя после прочтения этой ужасной книги, ты бы сразу вернул ее доктору Генри Армитажу в закрытый отдел библиотеки Орна и больше ни за что к ней не прикоснулась. Или так тебе нравится думать. Но даже ты не можешь отрицать искусительной притягательности Китаб Аль-Азив книги мертвых. Поэтому, когда доктор Армитедж вызвал тебя в библиотеку Орна, ужасное предчувствие сразу засосало у тебя под ложечкой. Не понимая, что тут стряслось, закрытый отдел перевернут вверх дном, и Армитедж озирает окружающий хаос. Рядом на столе лежит раскрытый Некрономикон. Его металлические застежки сломаны, ты проводишь пальцами по его страницам, словно по человеческой коже. Твой взгляд начинает плясать по строчкам в привычном танце. И бродят они незримые и нечистые в одиноких весях, где слова возглашены и обряды справлены в урочные времена. Ветер шумит их голосами, и земля бормочет их разумом. В горле встает ком, когда ты начинаешь догадываться, что здесь произошло. Нечто ужасное вырвалось на свободу, и только тебе под силу найти способ остановить его. Перейдите к подготовке. Переходим к подготовке. Найдите в колоде Daisy Walker все активы книги, кроме слабостей, и удалите их из колоды и отложите в сторону. Вот они. Соберите все карты из следующих наборов контактов. Прочти или умри, факультативные занятия, чародейство, по ту сторону, миньоны бишопов, казадои, древнее зло, запертые двери, агенты Йог-Сотота и судьба Армитеджа. Все эти наборы, кроме «Прочти и умри», можно найти в базовом наборе игры или дополнении наследия Дамвича. Удалите из игры памятку сценария «Факультативные занятия», используйте вместо нее памятку сценария «Прочти или умри». Удалите из игры локации, кабинеты преподавателей, поздний час и алхимическая лаборатория. Сюжетные активы «Алхимическое зелье» и «Профессор Уоррен Райс», а также «Врага эксперимент». В этом сценарии данные карты не используются. Введите в игру все остальные локации. Внутренний двор, библиотека Орна, гуманитарный корпус, студенческий союз, лабораторный корпус, здание администрации, общежитие и кабинеты преподавателей. Вся ночь впереди. Сейчас я на всякий случай проверю, какие у меня тут кабинеты. Да, кабинеты преподавателей. Вся ночь впереди. И мы сейчас эти локации введем. Но перед этим я прочитаю вот здесь. Перемешайте все отложенные активы книги, удаленные из колоды Daisy Walker, и разложите эти карты рубашкой вверх по одной под каждую локацию, кроме внутреннего двора. Начиная с самых дальних, все оставшиеся отложенные активы книги положите рубашкой вверх под библиотеку Орна. Вот у нас есть библиотека Орна, да, где мы, собственно говоря, и будем начинать наш сценарий. Есть у нас внутренний двор, под который мы книжки класть не будем. Все остальные книжки, я уже знаю, как будут лежать локации, мы будем выкладывать... Ой, да, их нужно делать в случайном порядке. Это не так принципиально, конечно, хотя среди этих книг есть более полезные и менее полезные. Поэтому мы в случайном порядке их раскладываем пока вот так. Вот так. Ну а теперь вы поймете, почему я так и положил. Потому что внутренний двор у нас связан с библиотекой Орна, и он же связан с гуманитарным корпусом. И гуманитарный корпус тоже связан с библиотекой. Из внутреннего двора можно попасть в лабораторный корпус, а также в студенческий союз и здание администрации. Но при этом вот студенческий союз не связан с созданием администрации, но я помню об этом. То есть здесь вот у нас, допустим, сделаем вот так, да, промежуток, чтобы было понятно. Из студенческого союза можно попасть в общежитие, из здания администрации можно попасть в кабинеты преподавателей. Дейзи Уокер начинает в библиотеке Орна. И я буду использовать вот такую вот Дейзи Уокер сегодня, чтобы не использовать ее карту. Где-то подсмотрел в интернете, иногда играют так. Вот я решил сегодня попробовать поиграть с таким жетоном. Да, я ее распечатал тоже на принтере и добавил просто в капсулу. Так, ну вот у меня всего получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 книг. Да? Если бы у меня было больше книг, то все оставшиеся книги я бы положил под библиотеку Орна. А так получается, что там у меня сейчас ничего нет. И здесь у нас есть одна улика, об этом мы не забываем. Введите сюжетный актив Джаз Маллиган в игру в лабораторный корпус. Да? Джаз Маллиган будет нас ждать здесь, в лабораторном корпусе. И Джаз Маллиган в этом сценарии, конечно, очень важный персонаж. Он позволяет активно перемещаться по локации. Введите в игру врага, взывающий к мертвым, из набора контактов «Прочти или умри» и разместите его в библиотеке Орна, повернутом и ни с кем не сражающимся. То есть он здесь у нас начинает, да, но он у нас задействован, повернут и ни с кем не сражается. Я... Опять же, поскольку он охотник, и он будет за нами перемещаться, я буду использовать такую фигурку. Здесь написано, что это монстр-привидение, элитное такое. Ну и вот такое симпатичное привидение, я буду использовать его, да, чтобы пометить, что он у нас повернут, задействован, да, мы его пока положим. Давайте пока почитаем, что про него пишут. Это главный, да, персонаж, против которого мы будем биться в этой игре. Итак. Монстр привидения элитный, охотник, добыча только Дейзи Уокер. То есть он охотится только за Дейзи Уокер. Обязательно, когда взывающий к мертвым должен быть побежден, вместо этого вылечьте ему все раны, поверните его и переместите в библиотеку Орна. То есть убить его нельзя. Он возвращается в библиотеку Орна, даже если вы ему хорошенько надаете по шее. Но... Здесь вы можете совершить действие, и если вы Дейзи Уокер и под вашим контролем не менее 4 активов книг, не считая слабостей, 4 активов книг, переговоры можно провести и пройти проверку 18 воли. У этой проверки минус 2 к сложности, за каждый актив книгу под вашим контролем при успехе продвиньте сцену. Ну то есть, если бы было много книг и вы успели всех их насобирать, да, то теоретически у вас бы, ну вот я насобираю в лучшем случае, наверное, 4 книги, да, получу минус 2 к сложности за каждую книгу, то есть это уже будет нужно проходить проверку не 18 воли, ну а скажем 10 воли. Все равно много, но мы постараемся. И только в случае успешных переговоров мы продвигаем нашу сцену, которую мы чуть позже прочитаем. Хотя, в общем-то, уже сейчас можно будет прочитать. Но перед этим, да, Дейзи Уокер берет под контроль сюжетный актив доктор Генри Армитаж. Вот он у нас, доктор Генри Армитаж. Мы его берем под контроль. Сложите в колоду контактов все оставшиеся карты контактов и перемешайте. Вот все наши контакты, мы их перемешиваем. И теперь прочитаем замысел. Замысел называется «Гиблое дело». И, скорее всего, так оно сегодня и будет. Что бы ни представляла собой сущность, вырвавшаяся из Некрономикона, она смертоносной тенью расползается по кампусу. Вы должны разделаться с нею, пока она не стала слишком сильной. Доктор Генри Армитаж не занимает слот союзника. Считайте, что на нем указано. У вас есть два дополнительных слота рук, которые можно занимать только активными книгами. Ну, то есть вот этот вот союзник, доктор Генри Армитаж, именно он поможет нам насобирать 4 книжки. Больше 4 книг я не могу собрать, потому что у меня рук не хватит. Считайте, что на Джазе Маллигане указано. Совершите действие. Переместитесь в локацию Мискатоника, расположенную на расстоянии до 3 связей от вас. То есть, когда мы раздобудем Джаза Маллигана себе в союзнике, мы сможем стремительно перемещаться по локациям. И я не очень-то, конечно, активно и тщательно немножко почитал правила и все такое. Не знаю, поправьте меня, я не нашел вещь, запрещающую мне передвигаться с помощью Джаза Маллигана через врагов, да, то есть если у меня враг во внутреннем дворе, а я нахожусь, скажем, в общежитии, ничто не запрещает мне через него перепрыгнуть в здание администрации. По крайней мере, я таких ограничений не нашел. Поправьте меня, опять же, если вы таковые знаете. Здесь у нас 12 жетонов безысходности. Нужно положить, чтобы этот замысел продвинулся. Да? И он тут один-единственный. То есть мы проиграем. У нас на все про все 12 раундов. И это, поверьте мне, совсем немного. Почему? У нас 6 локаций, где есть книги. Ну, скажем, одну мы проигнорируем. Хотя бы 5 книжек нам нужно найти, чтобы насобирать их вот сюда. Чтобы потом их оттуда вытащить. То есть у нас получается, если мы в один раунд хотя бы одну книжку найдем, то нам нужно только 6 раундов, чтобы эти книги найти. Плюс еще нам нужно время, чтобы эти книги отсюда достать. Плюс еще нам нужны действия, чтобы эти книги разыграть. Плюс при этом нам не должно ничего мешать по-хорошему, а там есть много чему помешать. То есть эти 12 раундов, это вообще ни о чем, я должен вам сказать. Читаем сцену 1А, называется «Скоро чтение». В кампусе наверняка найдется книга, где говорится, как победить это создание. Игнорируйте все цели на картах локаций. То есть, если на локации есть какая-то цель написана, мы ее игнорируем. И можно совершить быстрое действие. Если вы Daisy Walker, сыщики в вашей локации совместно тратят одну улику на сыщика и замешивают в свою колоду одну карту из лежащих под этой локацией, не глядя на ее открытую сторону. То есть находим вот эту вот книжку, замешиваем. И это быстрое действие. То есть, по сути дела, находим улику и сразу можем ее тратить и замешивать книжку в колоду. Ну и цель. Найдите способ изгнать вот этого взывающего к мертвым, пока не стало слишком поздно. Так, все. Наш этот взывающий мертвым сейчас пока лежит, отдыхает. А мы сейчас с вами попробуем набрать стартовую руку. Какой у меня план? Давайте я расскажу свой план, который сегодня, надеюсь, осуществится. Пойду в лабораторный корпус, найму Джаза Маллигана. С помощью него смогу передвигаться. И буду искать эти книжки. Здесь, 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 здесь. Кабинеты преподавателей, и, скорее всего, я туда не полезу. Потому что там, когда туда заходишь, там вылезает монстр, который нам не нужен. Ну, только в каких-то крайних случаях, если будет совсем много времени. Ну и параллельно буду стараться разыгрывать книги. Накоплю 4 книги, посчитаю, сколько у меня воли. Здесь у меня воли 1, но на Daisy Walker написано, что будет плюс 1 к воле за каждую книгу актив, которая есть под моим контролем. То есть воля будет расти постепенно. В общем-то, когда накоплю книги, посчитаю, если буду готов уже к битве финальной, там подготовлюсь, ну и буду сражаться с этим монстром. Таков план. Давайте посмотрим на стартовую руку. Разум сильнее плоти, проницательность, ловкость рук, пытливый ум и внезапная отвага. Ну, сплошные такие обычные карты. Ну, в общем-то, я сейчас больше особо ни на что и не рассчитываю. Поэтому эта рука меня вполне устраивает. Давайте начинать действовать. Итак, у меня есть три действия. Вот эту улику в библиотеке Орна я даже трогать не буду. Здесь нужно потратить одно дополнительное действие, чтобы исследовать в этой локации. Победные очки мне не нужны, поэтому пусть лежит эта улика там. Первым действием я перемещаюсь во внутренний двор. Здесь улик нет, здесь можно совершить побег, но зачем, да? Поэтому раз, два, и я передвигаюсь в лабораторный корпус. Лабораторный корпус, где нас ждет Джаз Маллиган. Там есть одна улика, которую не так-то сложно раздобыть. Здесь, после того, как лабораторный корпус, введите в игру отложенную карту алхимической лаборатории, но она удалена из игры, поэтому мы на это не обращаем внимания. Обязательно, когда вы провалили проверку воли, получите одну рану, ну, в этой лаборатории. Надеюсь, нам не придется проходить проверку воли. Нам сейчас нужно пройти проверку либо переговоры с Джазом Маллиганом, да, чтобы он стал нашим союзником, нам нужно пройти проверку на 3 интеллекта. Либо 2 интеллекта и поискать эту улику. Давайте я, наверное, использую... А, да, я же не взял ресурсы стартовые. У меня еще есть высшее образование, которое позволяет мне потратить одну улику и повысить интеллект там на единичку, в смысле на 2 пункта, или волю на 2 пункта, пока у меня есть 5 карт. И может быть есть смысл не тратить эти ресурсы, а просто использовать пытливый ум для того, чтобы пройти проверку на переговоры с Джазом Маллиганом. У меня уровень интеллекта 5. 5 плюс 3 это 8, и 8 против 3. Давайте откроем наш телефончик и достанем первый жетон. Так, и это у нас x минус x, который равен числу активов книг под контролем Daisy Walker. У нас пока никаких книг под контролем нет, поэтому проверка это успешна. Так, это мы сбрасываем. И мы успешно подружились с Джазом Маллиганом, который позволяет нам перемещаться в локацию на 3 связи от нас. То есть в любую локацию, по идее. Раз, два, три, любую локацию. Все, на этом ход закончен. 3 действия. Наша привиденица просыпается. Мы берем карту. Еще одна проницательность. Мы берем ресурс. Мы кладем первую безысходность и открываем карту контактов. И, пожалуйста, будь к нам добра. Так, ну что ж, это напасть, которая называется «По ту сторону завесы». И она нам говорит, что если у нас кончится колода, то мы должны будем получить 10 ран. Для нас это будет смертельно, поэтому будем стараться делать так, чтобы колода не закончилась. Мы положим ее вот сюда, чтобы о ней не забывать. Все, снова наши 3 действия. Мы найдем улику сейчас обязательно с помощью проницательности. И у нас получается 7 против 2. Так, попробую держать пока здесь. Минус 1. Так, отлично. Улика у нас есть. Мы ее сразу тратим для того, чтобы раздобыть себе вот эту книжку. Мы на нее не смотрим, что на ней. Мы ее замешиваем в свою колоду. И это было первое действие. Вторым действием мы перейдем, наверное, в студенческий союз с помощью Джаза Маллигана, да? То есть 2 – это студенческий союз. Здесь нам предлагают ввести в игру общежитие, но общежитие уже в игре. Можем вылечить одну рану и один ужас за 2 действия. И здесь есть 2 улики, которые мы сейчас третьим действием, одну из них, раздобудем. Я буду наглым, даже не буду ее класть сейчас сюда. Итак, да, за проницательность же я должен был получить карту, я этого не сделал. И это древние письмена. Ничего себе. Ничего себе, у меня карта сразу, книжка появилась. Отлично. Так, ну и я добавляю проницательность сейчас к этой проверке тоже. Посмотрим. Снова череп. Никаких книг у меня пока нет. Поэтому снова проверка успешна. Эту улику я получаю. Эту карту я затасовываю тоже в колоду. Ну и за проницательность получаю карту. Внезапная отвага. Хорошо. Все. Снова три действия мои закончены. Наша привиденница перемещается во внутренний двор. Мы получаем карту. Это лупа. Берем ресурс. Кладем безысходность, вторую. И открываем карту контактов. И это миньон. Он выходит в локацию с наибольшим числом улик. Хорошо, что мы здесь от этой улики избавились, поэтому мы его запросто можем поместить в библиотеку Орна, где он, собственно говоря, и будет прозябать. Потому что я туда идти не собираюсь. Отлично. Пока все хорошо. У нас три действия. Первым действием я перейду в общежитие. Это раз. Вторым действием я... Да, тут есть три аж на улики. Здесь есть цель, но мы цели игнорируем на картах. Вторым действием я эту улику найду. Надо ли мне что-то добавить? Я просто лупу добавлю к проверке. И у меня будет 6 против 1. Даже можно было лупу не добавлять, чтобы она руку не занимала. Да. Это, в принципе, не... Хотя, ладно, зато у меня больше карт вылезет в руку сюда. Все. Итак, это 0. Я получаю улику, получаю вот эту карту и тоже замешиваю ее в колоду. Перешел, улику получил, осталось одно действие, и третьим действием я разыграю древние письмена. Древние письмена. Я могу совершить действие, сбросить с руки карту, на которой есть хотя бы один символ интеллекта, положить один ресурс из резерва жетонов. И впоследствии, когда третий жетон туда положен, я могу сбросить древние письмена и получить 5 ресурсов. И записать, что... Ну, в общем, для нас это совершенно не актуально. Что там на этих книгах написано, они нам пригодятся для битвы с взывающим к мертвым. Все, три действия закончен. Наша привиденница перемещается в студенческий союз. Мы берем карту. О, обыскать все. Отлично, это карта, которую я добавил прямо перед этой игрой. В качестве эксперимента. И пока все... Ладно, не буду заранее предсказывать. Давайте посмотрим, что нам попалось. Предложенная сила. Раскрытие. Вы должны выбрать одно. Либо взять две карты и положить две безысходности на текущий замысел. Это не наш вариант. Либо получить два ужаса. Да, мы вынуждены получить два ужаса. И я их распределю между Генри Армитеджем и Джазом Маллиганом. Ну что ж, может быть, не так страшно пока. Снова у меня три действия. Первым действием я перемещусь в здание администрации. Раз, два, три. На 3 локации от себя. Здесь есть одна улика. Обязательно, после того, как здание администрации открыто, введите в игру отложенную карту кабинета преподавателя, но это уже есть. Обязательно, в конце своего хода, если вы в здании администрации, сбросьте верхнюю карту своей колоды. Вот это очень опасно, потому что я не хочу, чтобы, не дай бог, сбросилась книга, которая мне очень нужна. Поэтому вторым действием я эту улику найду, и третьим действием куда-нибудь уйду оттуда. В гуманитарный корпус, например. Да? Попробуем найти эту улику. Для этого у меня есть лупа, есть 5 интеллекта, это уже 6 против 4. Добавим внезапную отвагу, и получается 8 против 4. Попробуем найти улику. Плюс 1. Прекрасно. Нашли мы эту улику и, соответственно, замешаем нашу книжку. Так. И у меня осталось одно действие, и третьим действием я перемещаюсь в гуманитарный корпус. Здесь есть две улики. И здесь обязательно в конце своего хода, если вы в гуманитарном корпусе, сбросьте X с верхней карт своей колоды, где X равен количеству ужаса на вашем сыщике. Пока 0. И это важно. На этом ход закончен. Наш монстр перемещается сюда. Мы берем карту, и это баррикада. Так, внезапная отвага сыграла. Берем ресурс. Кладем четвертую безысходность. Открываем карту контактов, и это еще одна приложенная сила. Либо получите 2 ужаса, либо 2 безысходности. Так, ну что ж, и Генри Армитаж, и Джаз Маллиган мне все еще нужны. Поэтому придется получить 2 ужаса на себя. А это чревато, потому что, находясь в лабораторном корпусе, мы будем сбрасывать карты. Это очень рискованно. Давайте вот что сделаем. Конечно, нам нужно найти улику, это обязательно. У нас есть лупа, у нас есть внезапная отвага. И, соответственно, 5, 6, 7, 8 против 3. Так, и у нас опять плюс 1. Шикарно. Мы берем улику и замешиваем очередную книгу. Колоду. Это было первое действие. Вторым действием сбежать, наверное, в общежитие или что-то получше придумать. Да, давайте. Вторым действием мы сбегаем в общежитие. И третьим действием я разыграю вот эту карту «Обыскать все». Да? Сыщик находит среди 6 верхних карт своей колоды карту любого типа, берет ее, остальные затасовывает обратно в колоду. Так, 2 ресурса это стоит. 6 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, отлично. Медицинский справочник очень даже пригодится. Остальное мы замешиваем. И третье... это было третье действие. Все. Монстр перемещается сюда. Мы берем карту «Квантовые колебания», которые позволяют нам затасовать наш сброс обратно. Но пока нам это не принципиально. Мы берем ресурс. Кладем безысходность уже 5. И открываем карту контактов. Прикрепите эту карту к своей локации. И в качестве дополнительной цены перемещения в прикрепленную локацию или из нее пройдите проверку 4 воли. Прикрепляем ее сюда. Но я даже, в общем-то, не уверен, что я хочу отсюда уходить. Мне там тепло и уютно. У меня даже баррикада есть. Если захочу, могу там забаррикадироваться. Я, наверное, разыграю медицинский справочник вот в качестве второй книжки за 2 ресурса. И у меня осталось еще 2 действия, которые я, наверное, потрачу на открывание карт. Итак, второе действие. Клык Эцтли. Стоит ли его разыгрывать? Не буду. Давайте еще одну карту третьим действием возьмем. Более утоляющая. Так, это уже интересно. Если нам выпадет вторая карта из этого комплекта, будет интересно. Ну, а пока у меня действия закончены, монстр наконец-то нас достал. Да? Пришел и вдарил. Он нам наносит 1 урон и 1 ужас. Урон нанесем Джазу. Ужас придется получить себе. Это уже третий. Третий, но рассудок у меня уже не 7, а 8, 9, да. Но все равно, 3 ужаса это уже как-то серьезно. Все, на этом закончился раунд. Мы получаем карту. И это взрыв динамита. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Берем ресурс, Кладем шестую безысходность, то есть половина пути пройдена. Открываем карту контактов. Вот, это страшная карта. Пройдите проверку 5 воли и при провале сбросьте верхнюю карту своей колоды за каждую единицу, которой вам не хватило. Учитывая, сколько там книжек еще, хотелось бы, конечно, эту проверку пройти. Что у меня для этого есть? Есть у меня для этого немного. У меня есть 3 интеллекта, да, на данный момент, благодаря 2 книгам. Ой, 3 воли. 3 воли. 4-5 благодаря высшему образованию. Это уже хорошо. 5 против 5. Наверное, клык Эцтли я добавлю тоже. Это 6 против 5. Ладно, 6 против 5. Давайте посмотрим. Оп. Так, это минус 2, да, получается, по количеству книг. То есть одну карту я сбрасываю. Да чтоб тебя. Ну вот. Ушла одна книжка. И у меня здесь осталось еще сколько? Еще 2 там лежат. Вот противная карта какая, а. Ладно. Надо уходить от этого монстра или мочкануть его. Да, давайте уйдем. Просто уйдем от него. У него уход 2. У меня есть ловкость рук. Ловкость рук. И это получается 2, 3, 4 против 2. Давайте я еще что-нибудь добавлю. Ах, ладно, давайте баррикаду я добавлю. Надо было в прошлый раз ее добавлять. Так, и это у меня получается 5 против 2. Пробуем. Минус 1. Хорошо. Так, я получаю за эту карту. О, энциклопедия, книжка пришла. Отлично. Этот у нас лег отдохнуть. Мы вторым действием переместимся. Так, сюда и сюда я не хочу. Во внутренний двор. Ну и третьим действием разыграем нашу энциклопедию. И это 3-я книга из 4, которые нам нужны. Все. Просыпается наш враг. Мы берем карту, и это превозможение. Мы берем ресурс. Мы берем улику. В смысле безысходность. Открываем карту контактов. Это Козадой. Навязчивый Козадой. Не знаю... Ну, положу его сюда, чтобы не забыть, что он у меня есть. Но делать я с ним ничего не буду. Он осторожный охотник. Тратить на него действия, задействовать его. В смысле, активировать не хочу. Так, 3 действия. Будем брать карты. Первым действием берем карту. Это храбрость. Вторым действием берем карту. Это Эврика. Так, и третьим действием берем карту, это рюкзак. Рюкзак, хорошо. Все, действия закончены, монстр передвинулся, мы взяли карту. О, это книжка, шикарно. Но у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 это лишнее. Мы должны от чего-то избавиться, и мы избавимся от чего? Нам, в общем-то, рюкзак больше не нужен. 4 книги у нас уже есть. Мы, наверное, от рюкзака и избавимся. Можно от Эврики избавиться. Ну ладно, нет, Эврика хорошая карта. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пересчитали. Ресурс взяли и положили безысходность. Открыли карту контактов. И это миньон. Он выходит в локацию с наибольшим числом улик. Это общежитие. И добро пожаловать в общежитие, дорогой миньон. Он у нас не охотник, поэтому будет там жить. Прекрасно. Слушайте, надо подумать. Давайте посчитаем, что у меня есть. У меня есть... ну давайте сыграем. Первым действием разыгрываем книжку. Да, вместо лупы положим, потому что лупа у нас может уйти обратно в руку. И теперь получается, что у меня... Раз, два, три, четыре книги. Когда вы, Дейзи Уокеры, под вашим контролем не менее 4 активов книг, не считая слабостей, пройдите переговоры. Проверка 18 воли. У этой проверки минус 2 к сложности за каждый актив книгу под вашим контролем. То есть у меня минус 8. Это уже 10 нужно пройти проверку. Плюс. У вас плюс 1 к воле за каждую книгу актив под вашим контролем. Опять же, плюс 4 к одному, который уже есть. Итого 5. То есть мне нужно наскрести 5 с лишним воли, чтобы попытаться пройти эту проверку. Какие карты у меня для этого есть? Раз, два, три, 4, 5, 6. И плюс еще я могу задействовать энциклопедию, потому что до конца раунда у этого сыщика плюс 2 к выбранному навыку. И я еще могу разыграть высшее образование. По-моему, я подготовился. Как вы считаете, к финальной-то битве? Это мы отложим в сторону. Первым действием мы разыграли древние письмена. Вторым действием я задействую энциклопедию. И третьим действием перемещусь. Тогда я энциклопедию не могу использовать, получается, да, в этот раз. Подождите. У Дейзи Уокер есть свойства. По очереди разыграйте свойства действия каждого актива книги под вашим контролем. Не чаще одного раза за игру. И вот настал тот момент. То есть это быстрое действие, которое не тратит наше действие. Да? То есть я, конечно, задействую эту книгу. То есть у меня плюс 2 к навыку. Какому? Естественно, к воле. Трачу 1 ресурс, чтобы получить 2 воли здесь. Итого у меня получается 1, 2, 3, 4 и 5 здесь. Это 9. Благодаря книжкам, да? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я иду в последний бой с 15 воли в кармане. Совершаю второе действие перемещения. У меня 15 воли, а мне нужно пройти проверку 18 минус 8, 10. 15 против 10. И вот она, финальная битва. (15 против 10). Оп. Так, это минус x, который равен числу активов книг под вашим контролем. Раз, два, три, 4. Это 15 минус 4. 11. Больше, чем нам нужно. Нам нужно 10. Ура! По-моему, это победа. Прекрасно. Это хорошо. Я очень рад, что на камеру удалось выиграть. Минуточку. У меня минус 1 здесь. Да, потому что со мной передвигался Казадой. Вот про кого я забыл. Но слава богу, у меня один запас есть. То есть я буквально на тоненького. Да? Забыл я про Казадоя. Хорошо. Итак, если вы Дейзи Уокер под вашим контролем не менее 4 активов книг, не считая слабостей, пройдите переговоры, пройдите проверку 18 воли. У этой проверки минус 2 к сложности. При успехе продвиньте сцену. Продвигаем сцену и читаем. Сцена, которая называется «На одном дыхании». Вы стоите в закрытом отделе библиотеки Орна посреди древних книг и еретических текстов. Вы надеетесь, что собранных вами заклинаний хватит, чтобы развеять темные силы, вырвавшиеся из Некрономикона, или загнать их обратно. Все громче и громче вы повторяете слова. По комнате скользят тени, стены и потолок выворачиваются. Ураганный ветер рвет страницы из книг, поднимает ваши волосы дыбом. Налетевший хаос, словно краску по холсту, размывает всю окружающую вас реальность. Исход 1. Читаем исход 1. Ты приходишь в себя на полу библиотеки, посреди разбросанных бумаг и порванных книг. Прямо перед тобой лежит Некрономикон, как и прежде запертый металлической застежкой. Похоже, вырвавшаяся из него сущность теперь надежно заключена внутри. Но нельзя рисковать, оставляя ужасную книгу без присмотра. Ты засовываешь фолиант в свою сумку, ведь никто больше не сможет сохранить его в безопасности или сохранить людей в безопасности от него. Дейзи Уокер получает опыт, равный либо сумме победных значений всех карт на победном счету, либо количество активов книг в игре под ее контролем. К концу игры выберите большее значение. Каждый другой сыщик получает опыт, равный сумме победных значений. Дейзи Уокер может либо обновить сумку Дейзи до ее продвинутой версии, либо заменить продвинутый Некрономикон на его исходную версию. Все. Да, вот такой вот сегодня исход. Такой вот любопытный сценарий. Ну, я еще раз хочу повторить, что тот исход, который сейчас произошел на камеру, он какой-то прям удивительный. Я уж не знаю, что мне тут помогло. Неужели такую важную роль для меня сыграла вот эта вот карта, где она тут обыскать все, да? Даже несмотря на то, что одна книжка у меня ушла в сброс. Ну, мне повезло, действительно повезло, потому что вылезли эти книжки. Всякий раз, когда я играл, все эти книги у меня почему-то оказывались на дне, а сегодня на дне колоды у меня обе слабости. Да? Некрономикон, который жутко много времени отнимает. Ну, паранойя — это не так страшно. В принципе, особенно учитывая свойства доктора Генри Армитажа, к его услугам я сегодня не прибегнул, да, никак. Он позволяет там сбросить карту, которую вы достаете, чтобы получить ресурсы. Он, в принципе, в этом сценарии выручает, потому что эти книжки нужно разыгрывать за какие-то средства, да, а у вас иногда их просто нет. Вот он в этом случае помогает. Ну, в общем, мне показалось, что сегодня на камеру я продемонстрировал то, что я тоже что-то смыслю в колодостроении. Не знаю, как вы это оцените со стороны. А на сегодня у меня все. Жду вас в самое ближайшее время, когда наша смелая Урсула Даунс таки разберется с забытой эпохой. Желаю вам всего хорошего. Играйте в настольные игры. Пока. Спасибо за просмотр видео на канале Пасьянс Шоу. Подписывайтесь на канал Пасьянс Шоу, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Еще больше Пасьянс Шоу в социальных сетях, в Instagram и Twitter. Играйте в настольные игры. Пока!